29 февраля планируют заменить два пожарных гидранта на улице Литвинова. Для этого с 9.00 до 17.00 холодную воду отключат на улицах Литвинова, Современная. Также 29 февраля заменят задвижки по улице Вольской. Для этого подачу холодного водоснабжения ограничат с 9.00 до 16.00 по адресам улица Вольская, Томашевский тупик, Нововокзальный тупик, улица Свободы и улица Калинина. В пятницу, 1 марта, будут менять пожарный гидрант по улице 22-го партсъезда. Для этого холодную воду отключат с 10.00 до 14.00 в частном секторе на улице 22-го партсъезда. В течение недели список работ может быть скорректирован, информирует телеграм-канал «Вести с Дворянской». Каждый день на городские очистные канализационные сооружения приходят 500-600 тысяч кубометров стоков и 8 тонн мусора. Это обычные бытовые отходы. Крупный мусор, приплывающий на ГОКС, задерживается на механических решетках. Эти установки дополнительной очистки запустили в работу недавно после реконструкции. Однако даже самые высокие технологии не справятся с низкой культурой. Если использовать канализационную трубу как мусорку, поток отходов будет постоянно выводить из строя оборудование, забивать насосы и трубопроводы, напоминает телеграм-канал Советского района. Приборы учета позволяют экономить ресурсы и деньги, но следует помнить, что исправная работа счетчиков и их своевременная замена являются личной ответственностью собственников жилья. Когда следует заменить счетчик и куда обратиться, рассказывает телеграм-канал Департамента городского хозяйства и экологии. Счетчик горячей воды нужно проверять каждые 4 года, холодный – каждые 6 лет. Механический прибор учета электричества – каждые 8 лет, электрический – каждые 16. Газовый счетчик проверять в зависимости от модели. 1 и 2 марта в выставочном зале Союза художников России с 14 до 19 часов пройдет весенняя ярмарка. Участников ждет приятное общение с любимыми самарскими художниками и их работами. На весенней ярмарке пройдут показательные мастер-классы от художников. Можно будет наблюдать, как создаются живописные работы в реальном времени, пишет телеграм-канал Ленинского района.